Если что, видосы выходят раньше на 3 дня в моем ВК. Ссылка в описании. Здорово, дорогие подписчики, гости канала. По-прежнему с вами на связи Диман Дифер, Даник Сергеевич и новая пташка Аркадий. Поздоровайтесь! Аплодируем! Здорово, народ! За такое приятное выступление. Здравствуйте. Здорово, народ. Куда полез? Да, Маугли, слезай. Будем, короче, ребята, в новом составе, как говорится, с Аркадием. Научим, как говорится, молодого воровать машины. Ого, я смотрю, ты многое умеешь так без нас. Самое главное, ребята, да, мы должны будем угнать, давайте-ка определимся, по 6 машин сегодня, да, так как нас очень много, чтобы особо не привлекать внимание. Вот, по 6 машин, и таким образом потом проведем ряд испытаний и посмотрим, у кого тачки будут лучше, и кто, соответственно, больше всех сможет пригнать машин, и кто выиграет большее количество баллов. Угнать, это же не привлечь внимание. Да-да-да, вот поэтому будем помалу-помалу сегодня, помаленьку. Да. А по зернышку, по копеечке, как говорится. Ну что же, ребята, также вы не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Чем больше ваших лайков и комментариев, тем чаще будут подобные ролики. Ну а мы начинаем, полетели. Я кайфую. Полетели искать машины. А куда? Что за мной поехал? Не, это моя вся. Это вся моя часть. Ты даже не думай. Тебе подождите-ка, я в храме нашел монстр трак. Че ты это делаешь? О, еще и двери открыты. Кайф, нормально. Так, ну это моя первая. Это получается монстр трак 9, чтобы вы понимали. Че ты нашел? А, это BMW M4. Тихо. А можно ли я как-то вот так вот аккуратненько проеду? Вот так вот, и вот так вот. Так. Ну, в принципе, первая есть, первая на базе. Че там у вас, пацаны? У меня, короче, M4-90 Competition. Шаха? Что? Шаха? А где Competition? А, вот сюда ее привез, нифига себе. Нормально, понял, принял. Так, окей, ждем тогда следующие машины, пока ребята там справятся со своей задачей. А я пока поеду, поищу что-нибудь еще интересненькое, новенькое. А ну-ка, сразу так вот съедем. Сбоку, вот так вот, особо не привлекая внимания. Ай-ля-ля. А, да? Есть да, что? Да. Ход... Блин, а, ну слава, он упал. Слава богу. Туре, так, пацаны, ля-ля. Я нашел, ребята. Я своих. Дрифт. Я чужой среди своих. Я нашел дрифт. Чужой, да, чужой своих, своих, когда в Россию переехал. В я нашел, я так полагаю, дрифт какую-то бэху. А нет, она не дрифт. Она не дрифт, но... Жесть она странная, однако. Ладно, окей. ДПС, МВД по Чеченской Республике. Все, по это, по-моему, та, по теме Сереги. Вроде так. Да. Туда ее надо вести. Напишите, кто смотрит Димку Федорова с момента, когда я еще в Дагестане жил. Да, это было где-то бородатые годы. Как говорится, еще пушок был у Сереги под носом. Да, сейчас... Вот, а сейчас уже подрос. Чуть нефор. Уже подрос. Да. Я пока еду за следующий, пацаны. Опа-ля. Опа-ля. А я вторую. Я другое место от вашего буду ставить. А, я третью Бентли. Нашел на все красное внутри. Что за сутенерский цвет? Ладно, пойдет. Пойдет. Кстати, она такая в каком-то тюнинге прикольном. Нормально. Так, ладно, это моя третья машина. У вас там как дела обстоят? Ай! Я тоже три убрал. Это что за мини-купер? О чем? Тихо. Я, походу, пьюсь, что ли? Это что такое? Танку Хацбика украл? Аркаша, что ты нашел? Что ты обнаружил вообще? Я не понимаю. Это какой-то мини-танк реально. Ну, кстати, да, он взорвет нас. Так, окей. 911 Emergency, полисы, ЛСПД. А мы тут, кстати, еще не ездили. Есть что? Блин, тут пусто. Это плохо. А там тоже пусто. Такое. О, что-то вижу. Думаю, 0.5 будет. Что-то вижу. Так, я гелик нашел, ребята. Гелик какой-то прикольненький мы обнаружили. Так, аккуратно, пока все не видят. Давайте не немного... А, нет, это Веста. Мы задний ход сделаем. Это у меня... Я только сейчас понял. Управляемые. Я, пацаны, две тачки в Мэнсере. Мэри граблю. О, она тяжелая. Все, это Дерби. Красавчик. Я из Мэри граблю машины. Красавчик. Так, ой! Как и нафига это называется? Я врезался в бота, он перекрыл полностью мне дорогу. Ты видишь это? Смотри снизу. Да, я вижу. Как и нафига это? Зачем? Ладно, так, у меня 4 машины есть. Ребята, мне нужно еще, получается, 2.
Золотой Rolls-Royce Куниным. А я тебе помог. Ты что-то так жестко орешь, а ты это, рацию, пожалуйста, подальше от голоса своего, да. А то как-то слишком аж уши режет. Так, мне надо пятую найти. Так, тут я вроде был, там пусто. Вот, а там и шестую. О, это что такое? Это что за лопата? Тут пусто. Тут я лопату нашел. Как ты орешь, я не пойму, я же не сломал тебе забор. Орет он. Орет. Так, лопат нашел, странно. Так, это что у нас? Что там у нас? Долгое зажигание. А, это хер какая-то. Да что это? Где машина, я не пойму, алло. Так, окей. По-моему, же в этом районе дом Майкла, если не ошибаюсь. Давайте-ка туда съездим. Давайте-ка туда поедем. Ну, съездим. Я не знаю, ребят, как у вас там этот обстоят дела, но я сейчас еду за последний. О, я вижу что-то. Я золотую копейку нашел. У дома Майкла. Кайф. Золотая копейка. Нафиг она ему, конечно, нужна, это странно, но да ладно. Так, окей. Это моя пятая уже, пацаны. Золотой мустанг внизу. Кайф, красавцы. У него... Ну, подожди. Тоже, смотрю, работаете, это да? Что там у вас? Ошалеть. Это вообще что за белая тачка? Кто знает? Не знаю, что там у вас. Что там у вас за тачки, как не знаю, сказал но... бы Алишка, тихо, это белая машина. Тихо. Белая машина. О, я помню, ребята, плюс чат, кто помнит Али, да, который с нами тоже иногда работал. По-моему, мне какую-то тачку стыбзили. Алло. К сожалению, стал другим. Алло, а где моя тачка? У меня там тачка еще одна была. У меня была BMW Drift Corch, которая там. Вроде как. В смысле, нет, там она у меня пропала. Странно. Ладно, тачка, так, вот а мне надо еще последнюю, получается, привезти машину. Это, ребята, у нас будет Приора. Кстати говоря, Ахмат, чисто. Это не белая кстати, машина, брат, это а что за прикол? А, я, когда снимаю с Серегой, у нас постоянно Ахматы стоят. Что за фигня? Как это связано вообще? Когда не снимаю с Серегой, Ахмат, тачек нету. Ладно, нормально, пойдет. Ну я, ребята, в принципе, все. Вы там закончили, нет или нет? А, вон моя машина. Я последнюю везу. Так, у меня 6. Мои тачки вы, в принципе, видели. Так, Аркадий. Прилетел. Это что такое? Да, он прилетел и меня еще и раздавил. Спасибо большое, братишка, спасибо. Так, раз, два, три, четыре. 4-5 у тебя машин, да, у тебя еще одна, да, получается, правильно понимаю? Да. Давайте, это мой делите, байк, это делите байки. Так, Даник у нас, ребята, с Аркадий поехал за последней машиной, тачки Сергеича у нас вот здесь. Это Веста, это Ауди, это получается, это Тойота, Макларен, кстати, дорого, BMW дорого, да, тоже прикольненько. Так, окей, Аркадий, что везешь последнее, говори, тачки твои мы, в принципе, посмотрели. У меня байк не заводился. А, не заводился? Так, М5-я у, получается, Даника, Мустанг, Колян дорого, кстати говоря, Макларен, полиция. Ты чё, полицейские тачки своровал? Ну ты, конечно, дичь. Ну я же с Мэри вел, может... Почему? Ребята, пишите в комментариях, да, кто зарабатывает балл за лучшие машины, по вашему мнению. Это чё, приехало? О, танк приехал, еще и все поломал здесь. Красавчик, красавчик. Да, ну а мы, ребята, отправимся на наше первое испытание, посмотрим, у кого тачки будут лучше, и будем набирать баллы. Полетели. Давай. Ребята, ну что же, первым нашим испытанием это будет в Сэнди Шорс Драг Рейсинг. Здесь у нас BMW, здесь у нас... А что у тебя вообще, это Камара или что это вообще? Какая-то странная... Ой, я без... Порше. А, Порше. Сам не знаю. Да, Бэха, ну и Макларену Сереги. На счет 3 мы стартуем, Даник, давай отчет, и будем, ребята, ехать полностью. 2-1. Поехали. Нам нужно проехать полностью круг. Это и вернуться обратно первым. Так, Аркадий проспал старт. В натуре слабенькие, ребятки. Макларен обгоняет М5-ю, да, но М5-ю вроде и как я догоняю. А, не, нифига, у Даника охеренный поворот. Тихо. Давай. Газу. Так, Аркадий отстает. Жестко отстает. Ладно. Не повезло с машиной. Первый. Ну, я тем временем третий. Я второй. Серега первый, Даник у нас второй. Серега. Да, Сереге 3 балла, Данику 2 балла, мне 1 балл. Аркадий пока не зарабатывает баллы. И получается, что Макларен, ребята, вырвал победу, догнал М5-ю, обогнал. Ну и, в принципе, понятное дело, это гиперкар. Так, окей, ладно, поехали на второе наше испытание. Вот что будем проверять следующие машины. Ребята, ну что же, второе наше испытание, это пострелушки. Наша задача это, ну не вот так вот, конечно, уничтожить машины, а именно, ребята, да, бронебойным пистолетом. Мы готовы, кто остается последним, тот
тот и проигрывает. Вы что, старт? Подожди, зачем вы? Мы же еще не начали. Ладно, поехали. Поехали. А что на меня ты сразу, а? Что на меня ты сразу? Ну я не стрелял тебя, я не стрелял тебя. Ты стрелял в мою сторону. А, подожди, это ты. Ну, я в тот раз не стрелял. Я на полицейской машине, ДПС. Красавчик. Вот куда. Чеченская республика. Че, здорово. Пока. Извиняться потом не придется. Тихо. Там справа нас уже объезжают. Прессуй. По итогу все прессуют меня каким-то образом. Ай! Надо валить вашей сходки. Вау! Меня подлагало немного. Ай, да вы чё, на меня-то, на полицию? Даник потёк. А, ты мусорнулся, поэтому... Взорвался, Даник, всё? Я так и думал, что она слабая будет, у неё очень быстро. Отлично. Да. Ай, я... Ты взорвался, Аркадий, тоже? Да. Офигенно, у Аркадия бал просто-напросто. А я потёк! Так, я тебя заберу с собой, брат. Я тебя заберу с собой. А я? Че я вырезался? Давай! Я хочу больше количества баллов! Мне пофиг, что ты хочешь, давай иди отсюда. Я уже начинаю общаться. Да сколько в тебя надо пульнуть-то? Да что я не взорвался? Я тебя бензином облил, слышишь? Ты должен был загореться, дорогой. Веста должна гореть. Да должна. Тут все должно взрываться. Нифига себе. Да. Крутнуло, вертнуло меня. Так, пацаны, не мешайте. Я загорелся. Ну, капзда. Мы не мешаем. Капзда. Да, по итогу, дорогой. Ну, надо вместе. Я тебя породил, я тебя и убью. Два балла моих, а 3 балла у нас получается у Сереги. Да не сбивай ты меня. Вопрос, конечно, хороший. Взрывается ли его машина? Мы сейчас это и проверим. В таком случае возьмем гранатомет и... Да, взорвалась. Все четко. Ребята, получается, у Сереги было больше шансов на выигрыш. У него была тяжелая, большая, хорошая такая машина. Ну и он заработал максимальное количество баллов. Идем на третий раунд. Полетели. Ребята, третье наше испытание. Это смертельные шашки. Здесь у нас Гелик, а также М5КС, Макларен, полиция. Даник все так же мусорнулся. Ну и получается Даджара. Наша задача проехать всю прямую, развернуться вот тут вот обратно и приехать первым. 3, 2, 1. Полетели. Мать Серега поехал. Кто-то кого-то тормознул, да, получается? Прям как в Бимонджи Драйв автобусы чисто мешают. Так, ладно. Даник пока третий. Радует то, что он врезается во все подряд. И у меня действительно есть шансы. Вот не нравится то, что у Сереги жесткая М5-я просто-напросто. Не знаю, на стейдже 10-м, наверное, 100%. А F2 не помогаем. Друг. Я знаю. F2 не помогаем. Нормально ты, конечно, нормально ты улетел. Именно она, на 1100 сил. Угу. Тихо. Тихо. Ну, я вот тебе не трогал, что ты меня трогал-то? Я тебя не трогал. Ай! А ты что по встречке едешь, а? Давай, гелик, тащи. Аркадий! Ты Аркадий минусанул, да? Или как? Или нет? Нет. Гелик! Нет. Так, меня закрутило, я слишком... Тяжело в управлении. Едь, пожалуйста. Мне еще 3 балла надо. Все, я приехал, братья. Приехал первым, да? Серега, получается, уже третий раз забирает свое первое место, забирает свои 3 балла. Да, я забираю свои 2 балла, да. Ну, а кто из вас третий, мы сейчас и узнаем тем временем. Смотрим на Даника. А, Даник уже здесь, на финише практически. Аркадий пока отстал. Ну, Аркадий, первая пилотная серия, поэтому, ребята, поддержите молодого в комментариях. Я думаю, научится, да. Ты видел это, Дим? Да. Вижу. Тебя Аркадий догоняет, пока ты так вот крутишь-вертишь. Все, ребята, третье место у нас у Даника, и он забирает свой балл. А мы тем временем отправляемся на следующее испытание. Полетели. Ребята, следующее наше испытание — это последний выживший. Здесь будет очень опасно, потому что у нас очень много. Утонул, значит, потерял место в раунде. До 2 побед, то есть надо 2 раза остаться в живых. Все просто, 3-2-1, полетели. Ура, давайте вы все утонете. Он ударился. Подожди, а Серега тоже в воде? Я вылез. Я не заметил. Даник ударился об меня и по итогу... И по итогу улетел просто в воду. Да я-то что, ты же сам меня удар... Нет.
Ты же сам меня ударился. Нет. Не взорвался? Нет. Отлично, есть, взорвался. Есть, первый есть. Так, остался Аркадий, ну я думаю, Аркадия. Отлично, да, изи. Ну, Аркадий пока, да, только начинает, поэтому, ребята, тут было все просто. Первый мой балл, мы отправляемся на второй раунд. Второй раунд, мы готовы начинать, полетели. Давайте-ка, парни. Так. Минус один. Все, опять слетел, да? Ну да. Все круто вроде получается. 50 тысяч дают. И Серега у нас забирает свой балл. Потому что я утонул! Твою мать, в самом начале я даже смотрел, куда я еду. Случайно так же, как и Даник в первом раунде. Как говорится, Серега, отомстила судьба мне. Ладно, поехали на третий раунд, ребята. Пока Серега по баллу у нас. Итак, ребята, мы готовы провести третий раунд. Да, только я возьму бомбу-липучку обратно. 3-2-1. Полетели! Желаю вам удачки. Поехали, но да. Вот эти вот воды, да, воды здесь, вот эти, которые прям... Ой, я совсем взорвал. Красавчик. Красавчик уничтожил, ликвидировался. Да блин. Даник прям под меня подлетел. Остался Аркадий. Я верю в тебя. Да. Да, и Аркадия тоже взорвал. Ну что же, ребята, получается все. Мы закончили данное испытание, отправляемся на следующее. Ребята, ну что же, следующее наше испытание, оффроуд-гоночка. Нам нужно будет проехать всю вот эту прямую, да, через дамбу, то есть налево, напоминаю. Ну и проехать по болоту, доехать до финиша. Все просто. 3, 2, 1, полетели. Ехал. Красавчик, просто не ай, спасибо, Аркадий! Спасибо! Тебя выгнали из страны за твою красоту, да? Наверное. Меня... Да, пацаны! Да, пацаны! Ну, пацаны! Все повылетали, да? Короче, я еду. Возвращаемся, да, на F2 вернитесь обратно, поехали. Эх, ну, красиво, конечно, было. На старт вернуться, ну ладно. Не, на F2 возвращайтесь. Вот, потому что иначе, если пока мы будем заезжать, там Серега до финиша доедет. Надо догонять-то его. Я уже здесь. Он по дамбе уже, ребят, едет. По дамбе. Напоминаю. Я уже проехал. Я только сейчас в нее въезжаю. Тихо. Че, где вы там отстали-то? Я еду. У меня за окном рок-концерт почему-то играет, идет. Рок-концерт? Так, а я, знаете, я по болоту поеду. А вдруг, как говорится, есть шансы? Нельзя по дорожке. В смысле, можно? Либо болото, либо дорожка. Тут два варианта. Ну, по болоту просто не так просто проехать, однако. До конца этой трассы, до магистрали прям ехать надо. Так, я на самом деле... А Серега вроде как мини догнал, да? Но нет. Нихера себе, ты улетаешь просто, да. Улетаешь. Аркадий без машины? Аркаша, как ты машину потерял? Не понял. Молчишь, ну и молчи. Катя, прыгай ко мне в машину. Молчишь, ну и молчи. Так, ладно. А как Даник меня так догоняет? Катя, прыгай в машину, тебе 3 балла дадут, мне 0. Меня Даник догоняет как стоячего. Алло, Даник. Даник, как ты это делаешь? У тебя охеренная тачка, видимо, для оффроуда. Просто мега быстрая. Догнал и обогнал. И забирает второе место. А я забираю, получается, третье место. Все, ребята, баллы записаны, идем дальше. Финальный раунд, ребята, мы скидываем тачки с горы Чилида и смотрим, кто сможет доехать как можно дальше. Наша задача, ребята, не газовать, не тормозить, лишь только управлять рулем лево-право и пытаться максимально далеко протиснуться. Тихо. Давай. Я немного ударился, давайте. Ну, на самом деле, пока первый, меня это радует, но не радует то, что там Серега где-то мне дышит уже в спину. Просто лечу. Просто в спину дышит. Я хочу тебе перегородить дорогу! Да ладно, я только развернулся, и ты просто проехал левее. К сожалению, но пока что ты в лидерах, а я тормознулся. Но надеюсь, что меня Даник сейчас... Ну, Даник, надо было толкнуть меня! Алло! Ладно, Аркадий, давай, брат, толкни меня. Сейчас еще мужским стал. Ну, на данный момент я вроде как впереди Даника, если не ошибаюсь. А может и ничья. Сложно понять. Аркадий, ты где там? Мне ехать надо дальше. Мне надо Серегу догонять. Мне тоже.
Тем более, ты танчик, давай. И все! А, да, Аркадий, нам нельзя газовать. Чтобы ты понимал. А, тут только лево-право. Короче, получается, Аркадий, последнее место. Даник у нас получается со мной на третьем и втором месте. Ну, получается, можно сказать, что ничья. Поэтому нам по 2 балла, Аркадию 1. Ну, а Серега у нас на первом месте. Ему, ребята, 3 балла. На этом будем заканчивать. Спасибо, Игорь, за просмотр. Я еще еду. Всем удачки. И где, куда ты едешь, я не пойму. Вот. Ты проехал. Ну и, ребята, всем пока-пока. Пока, народ. Пока.